Пожалуйста. Товарищ лейтенант. Спасибо. Ой, ложку забыла. Спасибо. А вы до войны кем были? Учился. В Ленинграде, в консерватории на композиторском. А вы? Я? А я в Москве, в Академии Тимирязева. Специалист по молочному и мясному животноводству. Хорошая. Профессия хорошая. Ну что, девочки, горько? У нас же тут невеста без места и жених вон. Что ж ты за нелюдь, Клавдия? Чужое счастье глаза застит. Счастье? Большое счастье? На неделю? Чем такое счастье лучше одной быть? Или как ты? Хоронку на мужа под подушкой прячешь? Ребенка вытравила и в диверсантки подалась? А что, неправда? Ты думаешь, я не видела, как ты в холодную воду лазала? Как от боли корчилась? Как тряпки окровавленные прячешь? Спасибо! Хоть жива я останусь, а вы тут все подохнете! Пойдем со мной, милочка. Пойдем, я тебе крапивки сушеные заварю. Полежишь, поплачешь и молчала. Пойдем. Зою жалко. И Клавку дуру. Ну зачем я ее так, а? Врагов нельзя жалеть. Я как похоронку получила, тоже на фронт попросилась. Отпускать не хотели. Добилась.
завод наш в Омск. А меня сюда отправили. Завтра уезжать, а у меня... Не могла я его оставить, понимаете? Не имела права. Ой, дуры. Ой, дуры героически. Это ж ваше самое главное право и есть. Так. Это что здесь за посиделки? Вот тут... Зоечка, иди, подыши воздухом. Все пройдет. Ты как дети малые, юные. Ну как же это мне сказать, когда звенит трамвай? И первая звенит гроза, и первая трава, и на бульварах ребятня, и синий ветер сел на лавочку, и у меня на сердце карусель, и мне до черту хорошо, свободно и легко. И если можно, я бы шел ужасно далеко. Но как же это мне сказать, когда не хватит слов? Когда звенят твои глаза. Никогда бы не осмелился, Галь. Я тоже. Лыткина? Вы что нам забыли? Смотрю, заперто, нет? Там же ключи, северок, ну, всякая ценная аппаратура. Петя, Петя, петушок, выходи на лужок. Напевки учу. Лейтенант? За мной. Живо! Когда Гитлера убьем, поженитесь. Ты что творишь, лейтенант, а? Война идет страшная, а он тут девок тискает. Нашел себе. Не смейте говорить гадости про Галю. Я ее люблю и хочу на ней жениться. Прямо сейчас? Жениться прямо сейчас? Да Галя твоя через 3 дня за линию фронта лететь. Знаю. А то, что уровень потерь разведывательно-диверсионных групп 97% тоже знаешь? Они на смерть идут мучительную. Такую, что лучше пули сразу. А их немцы ловят.
мучают, пытают, насилуют, вешают, а они... Знаю. И верю, что моя любовь ее защитит. А наши девчонки, они... Они везучие. Лидия Сергеевна. Они же именно те самые 3%. Мы же с вами их всему обучили. Я верю. И вы должны верить. Иначе... Я написал рапорт Раю. Прошу отправить меня вместе с ними. А вы... Просто, наверное, никогда никого не любили. Вот и... Это мой муж, Георг. Инженер. В Москве метро строил. 33-м, весной. Приезжал к ним с закладом, выступал он. Он подошел потом, говорит, у вас голос такой мобилизующий. Мы много спорили. Через неделю поженились. 38-го забрали. Меня вызвали, сказали, немецкий шпион, вредитель. Я отреклась от него перед своими товарищами на собрании. И это было правильно. И теперь я должна искупить его вину. Я должна оправдать то доверие, которое мне... Просилась на фронт. Отказали по состоянию здоровья. Сердце. Добилась сюда. И теперь мы с вами должны показывать пример. Он жив. Дело больше любви. Даже самый-самый. Поверьте, лейтенант, больше. Видите? Здравствуйте, милые мои. Кто это у вас? Будет вам сейчас завтрак. Опа. Конечно, хорошо вам. А вот как тут взять и прыгнуть, а? Даже Сашенька прыгнула. А я? Я когда в пожитом годе шиновал, прыгнула, ну, больно обшиблась. А батя смеялся и говорил, будет Сташке лепёшка. Так это же они. Надо... Оглох? Дентеквайчер. Парашют ветками закидай. Я. Идиот. Ставлю шнапс, его пуля уже в первом русском стволе.
Иди проверь, что там. Быстрее. Первый увидит. Заняться ворону! Саша! 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 Очень больно. Но я потерплю. И самое главное, маме, маме не говорить. Саша, убили! Патронов больше нет. Сдавайтесь. Вы окружены. Накоси выкуси! Сволочь. Наш гад. Всем оставаться на местах! Нет! Русские идиоты. Детей вооружили. Ну, руки, гадина немецкая! Где они? Туда побежали. Домой! Стрелять не успела ни разу. Остальные все живы? Тошки Лыткина нигде нет. Ранена? Чего страшного? Много задел. Трое туда, двое со мной. Один гад где-то здесь прячется. Товарищ майор, гляньте. Их РГБ... Я сдаюсь. Их прав... Мне нужна медицинская помощь. Ну, только не ругайтесь. У того подпорца
Оставить смех. Взяли. Шу! Кто его взял? Девчонка, 16 лет. Лыткина Тошка. Откуда взялась эта Лыткина? Где она? Да! Мы не будем плакать. Плакать теперь нельзя. А надо бить врага. Бить безжалостно и мстить за нашу Сашу, за всех убитых. Молодцы. Молодцы, говорю. А может, нужно было вообще деревенских детишек набрать? М? Выдать им оружие и... Да если узнают, что это пигалица, незаконно тут пребывавшая, самовольно взяв винтовку без приказа. Я Тоня! Лыткина. Я их первую увидела. На небе еще. И предупредила всех. Я ж думала, разве не надо было? В то время, как ваши обученные диверсантки. Одна убита. Другая ранена. Хорошо же вы их тут обучили. Нечего сказать. Лыткина, выйди. Выйди, я сказал! Ты скажи ему, что его тело Гитлера выйдет, то! Значит так, товарищ подполковник, да если бы не эти девочки, они сегодня сдали самый важный экзамен, а это пигалица, как вы выражаетесь. Да у него же талант разведчика. Дар! Что вы мне голову морочите, майор? Талант! Вы мне хотите сказать, что эта девчонка годится для серьезной диверсионной работы в тылу? А кто годится, товарищ Куприянов? Я не знаю. Мужики здоровые? Или те, кто здесь на пятерке все экзамены сдают, а там валятся на простом задании? Как Зоя. Да вы вообще понимаете, что говорите? Я понимаю. Кому? Пока они в тыл врага не попадут, отметки рано расставлять. Их враг будет расставлять. Шалили вы тут совсем, голубчики. Разболтались. Все, хватит. Завтра экзамен. Послезавтра доставите их на аэродром. Еще один тренировочный прыжок. Явки, шифры вперед. А эту героиню
вон секретный объект. Чтоб я ее больше не видел. Понятно? Так точно. Что, Антонина, молодец. Благодарность тебе выражаю. Всего советского командования. Спасибо ему тоже. Командование. Это значит, я теперь годная? Ну, возьмут меня, если фриц того поймала. Вы скажите, только по-честному. Возьмут меня? Годная я? Знаешь, ты для чего годная? Учиться, школу закончить. Парня найди себе. И жить с ним всю жизнь. А война? Это мужское дело. Понимаешь, нет? Я смогу, вы поверьте. Я и морзянку могу. И замаскируюсь так, что не найдет никто. Я и карту знаю. И с парашютом могу, если надо, конечно. Вот. И по компасу там, как там, азимут. Это угол меж напрямком, ну, направлением на север. И на будьяку отдаленную цель. Вот, я взрослая, мне в мае уже 17 будет. Знаешь, ты на кого похожа? Песня такая была до войны. Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка, тошка. Низко бьет тебя, что лом, лом, лом. Даже дальняя дорожка, рожка, рожка. Нам с тобой ни по чем, чем, чем. Дети у меня пили. А у вас их много? Детей? Что это такое сказал-то? Товарищ подполковник, разрешите обратиться по личному вопросу? Помните меня? Все в письменной форме, начальнику школы. Володь, пока не заводи. Я смотрю, личико знакомое. Здравствуйте, девица-красавица. Ну вот, глазки у нас заплаканы. Понимаю, жалко подругу, да? Но идет война. Вы должны быть готовы к потерям и стойко переносить все тяготы. То ведь никаких слезок не хватит. Разрешите? Не трогайте меня, пожалуйста. Ну да, помню. Ты же у нас с Харьковщины. Чини. Наталка? Руки уберите! Товарищ подполковник, простите, что опять вас перебил. Черт что. Оль, поехали. Товарищ подполковник, так вот я... Не испугалась этого старого гриба? Ну, хорошо, что ты пришел. Thank you.
Корж! Бля! Антонинова! Бля! Бля! Пошла! Пошла! Третья, четвертая, пятая, шестая. Ура! Ура! Никифорова. Любименко, Юсюкевич, Захарова. Сдали экзамен на отлично. Абашидзе хорошо. Корж удовлетворительный. Значит так, Антонинова. Я. Долечишь руку и направим в снайперскую школу. Ну, а так все молодцы. Завтра утром отъезд. Завтра? Да. Кстати, личные вещи, документы сдать товарищу Суховой. Это понятно? Так точно. Ну и чтобы не подвели нас. Не подведем, товарищ майор. Не сомневайтесь. Оправдаем. Еще увидимся. Ну а сегодня, я думаю, можно. Отдыхайте. Служили. Я понимаю, что после вчерашних событий, но вы все молодцы. И завтра начнется у вас совсем другая жизнь. То, ради чего вы. И унывать нельзя. Надо жить. В общем, у меня там в кабинете есть патефон с пластинками. А наша тетя Зина... Товарищ майор. Что опять? Товарищ майор, я должен. Обязательно, у меня личные причины. Значит так, лейтенант, все личное будет после войны, а сейчас нам приказано служить здесь. И мы, твою мать, служим здесь. Это понятно? Так точно. Чего тебе? Куда? Пошли, сказал. Куда ты меня ведешь? Терпение, товарищ лейтенант. Сейчас сами все увидите. Товарищ Антонина, что происходит? Когда
Вот, и знаете, по ночам так холодно. Выходишь ночью, пальцы мерзнут. Коля, поехали. Выезжайте, товарищ майор. Что? Счастливой дороги. А, спасибо. Давай, поехали. Никого у меня нету. Сашеньку убили. Девчата уедут завтра. А я... Возьми меня с собой. Фашистов бить. Не могу я. Не могу. Не положено. Эх, дура ты моя. Не твоя. Сама своя. Эх ты. А еще командир. Фамилия у тебя такая. Рай. Батя говорил, в раю только хорошие живут. Ошибся.
Да, войдите. Можно? Вот. Это что за ерунда? Что значит передумала? То и значит. Вы же сами говорили, дело добровольное. Вот я подумала и осознала. Ну, страшно мне. Вчера еще это... Я молодая, помирать. Я замуж хочу выйти, я детей хочу рожать. Ты у меня знаешь, куда выйдешь? В отдел особый. НКВД. А не надо меня пугать. Я таких не боюсь. За мной завтра муж приедет, военный, и бронь привезет. А ты бы лучше за девками своими следила. Галка сегодня ночевать не пришла. Вон отсюда. Вон пошла! Товарищ начальник школы, отряд для отправки готов. Старшая Никифорова. Товарищи бойцы, в этот тяжелый час, когда... Помните, что за вашей спиной весь советский... Постарайтесь вернуться. Девчат, приехали. Отряд. Машину. Канал Грибоедова, 29, квартира 4. Мост с грифонами. У меня очень хорошая мама. И я запомнил село Синий Колодец. Дом 8, Любимка. Я тебя найду, слышишь? Я тебя слышишь? А ты тут пока песню напиши такую красивую, чтобы, чтобы все пели после победы, ладно? И вспоминали нас. Ну все, все.
Клавдия Корж. Вы поедете с нами. Забираю. Гриша. Гриш новенький. Здравствуйте, товарищи. Я начальник школы. Сухова Лидия Сергеевна. Тош, надо воды еще. Санобработка. Запомните. А их вон сколько. С этой минуты вы должны забыть о себе, о своих желаниях и отдать все свои умения, способности, силы, волю нашему общему делу. Делу борьбы с врагом. Кому не годный, дура.